В Листе подросток предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений знакомому. По версии следствия, 27 февраля 2024 года в ночное время между двумя подростками произошла словесная ссора, переросшая в драку, в ходе которой обвиняемый нанес неустановленным предметом потерпевшему не менее 5 ударов в область головы, причинив ему телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции за совершение данного преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового.